Наконец-то, Nokia под предводительством HMD сделали то, что мы от них давно ждали, что ждал потребитель. Большая Nokia, бюджетная большая Nokia с крупными клавишами, большим экраном, с большим шрифтом. Если большой шрифт нам еще встречался в модели Nokia 150 2017 года, то большие клавиши была большая редкость. И вот встречайте Nokia 125, Nokia на две сим-карты, без каких-то излишеств, с большим корпусом удобным, с большим экраном и с большими кнопками. Единственный минус, который я вижу сразу сейчас, это вот эти объединенные кнопки, которые стали почему-то еще меньше, что мешало сделать точно такие же кнопочки, как на клавишах, но чтобы они были крупные и раздельные. Итак, у нас сегодня на коротком обзоре Nokia 125. Вот эта коробка была погрызена моими кошками, да им тоже понравилась эта Nokia. Давайте же рассмотрим поподробнее. Обычная коробка, где изображен телефон в черном и в белом цвете. Краткие характеристики. Внутри нас ожидают только зарядное устройство и документики на гарантийное обязательство. Гарантия 12 месяцев при условии, что нет механических повреждений и попадания влаги. Зарядное устройство с выходным током сейчас я увижу. Этот мельчайший шрифт на 0,5 ампера, 1 ватт. Больше здесь интересного ничего в этой коробке нет. И все свое внимание мы с вами сейчас переносим на сам аппарат. Итак, у нас сзади находится фонарик, никакой камеры здесь нет. Наверху зарядка, недовольно привычное решение. И гнездо под наушники из половины размера. Внизу у нас отверстие микрофона. Здесь прорезь под вскрытие крышки, что мы сейчас и сделаем. Откроем этот телефон. Крышка пластиковая. Аккумулятор BL5C на 1020 мА. Сейчас неплохая характеристика. И здесь устанавливаются две сим-карты, никаких флешек нет. То есть потенциально он может использоваться как для военнослужащих, хотя в списке данного телефона нет. И вот здесь интересный такой отлив, явно под камеру. Заточено под камеру. Место есть также здесь под флешку, причем даже обозначен, похоже, уголочек, куда ставится он будет. Но флешка у нас не ставится, а две сим-карты. Причем интересно, один слот утоплен, и вот такую сим-карту поставить туда очень сложно. Я вас сразу предупреждаю, она развалится, и вы ее никогда не достанете, не трансформировав, не деструктировав слот. А сейчас я вот даже буду ставить нано-сим именно под этот слотик. Под этот слотик, чтобы попасть, чтобы легко ее извлечь. Повторюсь, что здесь больше ничего нет. Ставим аккумулятор, ставим и слушаем, как у нас работает телефон. Здесь надпись Nokia, гордая надпись Nokia. Не устану повторять, что вот большие размеры позволяют нам использовать этот телефон гораздо интереснее, гораздо приятнее. Как бабушка фон, кому нужна старая Nokia, но он не дешевый, порядка 2000 стоит рублей. Все крупняк, все видно, набираем циферки, тоже видно, который набор у нас есть. И слушаем, как же звучит динамики. Точнее, здесь один динамик, общий динамик на все, и на громкую связь, и на все остальное. Проверяем громкость. Громкость регулируем максимально. Вот что нравится мне в Nokia, это ее звук. Вот слушайте, он какой-то бубнящий, прикольный. Очень громче. И давайте громкую связь включим. Громкость динамика увеличилась, и мы слышим громкую связь. Какой у меня тариф? Спрашивает нас робот. Так. Ну, громкая связь работает не очень громко, как бы хотелось. В принципе, это и нормально, но очень-очень приятный звук именно динамика в режиме разговора. Это максимальная громкость. Что мы можем сделать? Конечно, мы записать не можем, потому что нас никуда записывать. Можем почему-то фонарик зачем-то включить для этого дела. Контакты, завершить вызов и все. И все. Принято сообщение, было столько. Вот мы с вами послушали, как работает связь. А сейчас давайте изучим, то у нас есть функционал, какой предлагает этот простой телефон. И какой функционал нам предлагается дополнительно в этом простом, но крупном аппарате. Вызовы мы с вами проверили. Вот здесь кнопка «Актив», и вместо того, чтобы здесь меню и контакты, то здесь свое решение «Актив» и «Сигнал». «Сигнал». «Сигнал 1», «Сигнал 2», «Сигнал 3», причем будильник здесь включается. Но я так понимаю, что это функция «Настраиваться». «Актив».
блокировка клавиатуры, параметры двух сим-карт, будильник, фонарик включен, давай, игра даже вызывается. Включили фонарик, вот видите, что он работает? Видите, да, я вижу, что работает. О, глазки-то мои ослепли. И радио, господа, здесь есть радио. И работает причем без гарнитуры. Давайте поищем все каналы. Хотя мне надо вести было. Вот так оно выглядит, радио, функция. Установим частоту 104.0. Окей. Алло, есть ли прием? Никакого приема здесь нет, поэтому мы с вами радио выключим. Да, но тут змейка включилась. Змейка причем бесплатная. Еще и гарнитуру предлагают выключить, подключить для лучшего приема. Работает без гарнитуры, можно подключить гарнитуру как дополнительную антенну. Замечательно. Быстрый вызов. По умолчанию нет, посмотрим с вами в контактах. А для этого надо войти на в меню. Меню такое мелкое, вот это в современных Nokia, оно как бы кружочки какие-то, здесь иконочки упрощенные, но меню здесь есть такие. И контакты. Имена найти, добавить контакт мы обязательно с вами посмотрим, сейчас узнаем сначала предварительно. Быстрый набор, да, есть. Настраивайте, он выключен изначально. Состояние памяти, здесь 2000 номеров без флешки, без всего, без сим-карт. 2000 номеров, кстати, сразу ставится, сохраняет в телефоне. Имя и номер, или только имя показывать в качестве книги. И теперь попробуем фильтрацию номеров, попробуем добавить контакт, посмотрим, что добавляется у нас. Имя, все, 16 символов, все, 16 символов кириллицы. Отстой. А на телефонный номер дается 30 символов, это что такое? Это какая-то несуразица, то есть телефонная книга здесь слабо, зато часы отличные. 2000 номеров по 15 символов, это только, наверное, меньше встречал на Максе. 11 модель, как она, там 10 номеров, 10 символов вообще на номер ставилось. Ужас, ужасно. Но мы с вами переходим к следующему элементу. Следующий элемент у нас будильник. Сколько? Раз, два, три, четыре, пять. Пять событий. Органайзер здесь разнесен. Радио мы с вами смотрели. СМС. Сколько СМС у нас сохраняет? Вот этот свой оригинальный интерфейс, он несколько пугает. Сколько же? Замечательно, зато 918 символов можно ввести в смс-сообщение. Ну, естественно, оно раздробится, потом будет по частям. И никаких словарей здесь нету. Подождите-ка. Вот словарь. Включить словарь. А словарь русский есть? Есть словарь в этом телефоне Т9 с русским языком. Кстати, с латиницей. И уже при переключении он здесь появляется. У нас автоподстановка, но пропадает латиница при этом. А количество сообщений сохранено в памяти. Опять-таки найти здесь у нас сложно. Чему-то эта информация не видна. Но мы продолжаем изучать меню. Змейка бесплатная, фонарик, календарь с количеством событий, калькулятор. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайти погулять. Равно. Ну, что-то посчитать однозначно можно. Вот выходить назад довольно сложно. Настройки телефона мы вернемся чуть позднее. Рейзинг. А так уже платно. Но всего 31.66. Футбол. Пошли платные игры и работа с сим-картой. Общаемся только мы к настройкам с телефона. Параметры двух сим-карт. Можно задать имя у сим-карты, чтобы там не SIM1, SIM2, да не Билайн, а как-то по-своему назвалось. Настройка сигналов, Nokia Tune. Вы можете посмотреть сигналы на канале Ашот Обзор Плюс по этому телефону. Громкость сигнала вызов, видеоролик, сигналы клавиатуры, предупреждающие сигналы. Настройки дисплея. Фоновый рисунок один. И единственный. И другой мы поставить не можем, потому что здесь ни камеры, ни флешки, ничего не подключается. Но довольно неплохое там все видно на экране в этом режиме. Информация о сети включена, экран ожидания включен, уведомления включены. Иногда некоторые настройки надо именно включить и посмотреть, как они работают, чтобы узнать, что они обозначают. Режимы обычно без звука, без тихо. Bluetooth здесь нет. Bluetooth здесь отсутствует. Настройка часов, настройка вызова, переадресация, это сервисы. Настройки телефона, настройка защиты, переход к параметрам. Каким параметром, непонятно. Настройка телефона, язык автоматически, блокировка, сотовая связь, мелодия запуска, приветствие, подтверждать запросы. Все есть. Итак, что же мы с вами имеем? Мы с вами имеем простейшую звонилку, а у две сим-карты с большим количеством свободных слотов для сохранения контактов 2000, но при этом сохраняется всего 15 символов в имени и 30 символов в номере. На контакт сохраняется только имя и номер. И присутствует фонарик здесь, присутствует радио, работающее без гарнитуры. Довольно-таки удобный, большой, некомпактный форм-фактор, что является офигенным плюсом по сравнению с моделями 105, 106, 110
и так далее из этого ряда. Большая клавиатура, минусом сдвоенные клавиши и довольно слабый функционал. Батареечка здесь хорошая, на 1000 мАч для такого телефона, это просто замечательно. Ну и традиционно завышенная цена. Завышенная цена за Nokia от китайской компании HMD HMD. Вот такой телефон Nokia 125. Прошу любить и жаловать всем, кому нравится, кому не нравится. Спасибо за внимание, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока, до новых встреч на канале Ашот Обзор с телефонами кнопочными и, скорее всего, скоро смартфонами. Мы перейдем с вами к рассмотрению смартфонов разных моделей, которые актуальны, которые не обязательно это новинки, которые актуальны для использования, для продажи, для покупки в наших торговых точках в условиях перманентного кризиса национальной валюты в России и около того. Всем спасибо за внимание, всем пока, до новых встреч!